Так, и снова здравствуйте. И у меня дубль 2. Все то же самое. Гуляш с картошкой. Изготовитель бла-бла-бла. Брянская область. Телефон. Состав нормальный. Что масса местных ингредиентов. По закладке не менее 35%. Что белки, жиры. Жиров тут, конечно, дохера. Не диетическая. 250 грамм. Все дела. Сейчас мы ее также кинем на это самое. На огонек. Но сначала завесим. Так, ну-ка, что у нас показывает? 0,0,0,0. 263 грамма. Ну что ж, с весом хотя бы не обломали. Грейся, чудо мое. Посмотрим, какая это на вкус. Ну, прошлая была просто бомбезная, но мало. 250 грамм – это мало. Это с картошкой, а та была фасоль с мясом. Блин, если он такой же бомбезный будет, то я штук 10, наверное, таких куплю. Буду хавать время от времени. Ну, наверное, понравилось. Да, для тех, кто не смотрел прошлый видос по этой теме, короче, подобные консервы ставятся в сухпайки российской армии. И я вам скажу, они бомбезные. Возможно, производитель даже тот же. Ну, я просто не помню уже. И чё, ну, в принципе, кидаешь на огонь, и, в принципе, на этом всё. А, по цене. Купил я их в Питере, в Семишагове магазин такой есть. Стоил он чуть дешевле 40 рублей. 40 рублей, ребят, за 250 грамм, это круче доширака. Намного круче, причем. Вот он сейчас набухает. Или не набухает, уже пробило, что ли. Может, огонек надо сделать пониже. Тут чуть она не догорела в прошлый раз. Короче, и в чем круче-то? Тут реально вкусно. И это не сраный доширак. Что нужно, просто огонек. Вот там, конечно, минус. Кстати, а тут срок годности 2 года, на прошлой было 3. 40 рублей в Питер, это начало декабря, где-то число 10-е, 21-го года. Грейся, грейся, грейся. Ну вот, у этой упаковки чуть получше. Она вот скучилась уже, пока ее не прорывает. Должно хорошо тут прогреться. Обычно они вспучиваются абсолютно полностью. Как шарик становится. Пока еще такого нету, значит, она еще не готова. Буквально разогреть ее пару минут, реально, на полном серьезе. Быстрее, чем доширак, быстрее, чем пельмеши, им доширак только заваривать. Ну, минимум минуты 3, блин. А пока кипяток еще, ну, тут просто на огонь. Также можно в костер кидать без проблем. О! Думаю, оно готово. Точно готово. Ну, все. Все, короче, вскрою, да покажу, что там внутри. Вскрыть ее, конечно, еще обычно та геморройная штука. Упаковка у них тут не лучше. Блин, надо приложить много сил. Ну что, вид мне уже нравится, я вам скажу. А запах, ну, помидор, мясо, фарша такого. Короче, бомбезный запах, как его прошлый консерв. И картошечка видна. Да, картошечки не пожалели. Вот такая вот консервочка у нас. Ну. Ну чё он сказал? Ну огонь же. Реально огонь. И мясо, и картошка. Но это лучше, чем сраная тушенка за 40 рублей. Это лучше всякого доширака, полноценный обед. Правда маленький. Надо две такие брать. Одного доширака нормально, мужику мало. Ну что сказать, мне с фасолью понравилось больше. Ну потому что фасоль мне понравилась больше. А мясо тут такое, ну, волокнистое, блин, то есть это нормальное мясо, не говно какое-то в перемешку. Офигенное мясо, оно тут приготовленное, тушеное, все дела. В общем, рекомендую, мягко говоря. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых. Это шмат мяса. Реально мясо.
а не какая-то там жижа, блин, непонятная. Это мясо. Ну что, и последнее, давайте завесим жижу, точнее остатки. 50 грамм, ну да, прилично, конечно, 200 грамм. Поэтому что-то я так подумал, лучше, чтобы порция была 750 грамм. То вот столько остатков, это, конечно, много.